мешают царевны. Могучая перчатка. Так, принцесса-невидимка. Носит плащ-невидимку, 104 подвига. Правильно. А солнечный рыцарь? Сияющие доспехи. 232 подвига... Нет, 233 подвига. Верно. Как же много эти герои подвигов насовершали. Конечно, им-то легко. Были бы у меня сияющие доспехи, я бы и сам каждый день по подвигу совершал. Исследование лучше отложить, профессор. Могучая перчатка мощный, но чрезвычайно капризный артефакт. Согласен. Пускай пока отлежится. И вправду капризная. Может, запрем ее понадежнее? Нет-нет, лишь в зачарованном кубе она теряет свои силы. Мы, кстати, тоже потратили много сил. Надо бы восстановить их после долгой дороги. Предлагаю немного поспать. Могучая перчатка. Звучит, ну, очень по-геройски. Тебя, наверное, носил знаменитый герой. Ты хочешь сделать героем меня? Ну, раз ты сама попросила. Посторонись, солнечный рыцарь! Я выхожу в лидеры по геройству! Вроде и не ждешь, не гадаешь, а волшебный приз получаешь. Падаешь и снова взлетаешь, горе не беда. Парень, ты не промах, знаешь, и собою всех удивляешь. Не сдаешься и побеждаешь, значит, ты звезда. Ливан. Второй такой, на всем свете нет. А можно мне примерить? Примерю и верну. Легко. Еще плохо слушается. Ну хватит нас разыгрывать. Если жалко, так и скажи. Ай, мой нос! Не думала, что Ливан такой шутник. А? Что-то с ним не так. В нашей школе всегда кто-нибудь по коридорам носился. А у вас так спокойно, тихо. Ливан, возьми себя в руки. Это все перчатка. Все сюда. Прекрати хулиганить. Вот так силища! Нам даже впятером с этой перчаткой не справиться! Конечно, ведь это могучая перчатка. Крайне опасна, принадлежала знаменитому злодею, коварному всаднику. И как теперь ее снять? Боюсь, что никак. Можно только передать на другую руку с помощью заклинания. Но где же мы возьмем другую руку? Я знаю! Черная рука! Черная рука! Нам нужна твоя помощь! Ай! Ливан, повторяй заклинание. На прощание помаши и к другой руке спеши. На прощание. На прощание помаши и к другой руке спеши. Все супер. Супер плохо. Скорее, надо ее догнать! Не получается! Тебе придется остановить ее самому. Но как я ее остановлю, если даже вас не могу освободить? Какой же из меня герой? Да ладно! Ты без всяких перчаток меня спасал! Помнишь, когда у нас школа сбежала, ты меня успел на улицу вытащить? Ливан, держись! Ты сможешь!
защищайтесь, сударыня. Может, пожмем друг другу руки, и вы отправитесь обратно в куб? Надо же, что может днем присниться? Или это не сон? Господин директор! От меня так просто не уйдешь! Ливан, сюда! Вы усвоили урок, молодой человек? Героями нас делают поступки, а не волшебные предметы. Кстати, поздравляю с очередным подвигом в Дивногории. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Звездный глобус. Созвездие великана. Правильно. Созвездие гномика. Точно, все как в книге великого звездочета. Следующим идет большой дракон. Даша, ты, похоже, все звезды наизусть знаешь. Ой, а я тоже знаю, девочки. Следующим идет малый дракон. Он такой же, как большой, только поменьше. Царевны, ваши контрольные. Профессор проверил звездный диктант. Без ошибок только один. Да. Ура! У меня отлично! А я пропустила целых две звезды. Эх, не выйдет из меня звездочета. Раз звезда упала ночью, загадай скорее, что хочешь. Хочу стать звездочетом. Смотрите, это карта великого звездочета. Ух ты! Девочки, это непростая карта. Смотрите, она с заданиями. Кто их выполнит, получит звездный глобус. А с ним любой становится звездочетом. Я хочу стать звездочетом. Но одна я точно не справлюсь с заданиями. Девочки, вы же мне поможете? Обожаю приключения перед сном. Так, задание номер один. Найти падающую вверх звезду. Ха, легкотня. Да? Вообще-то, у звезд принято падать вниз. Даже у самых волшебных. А может, нужно упавшую звезду обратно на небо закинуть? Интересно, как ты это сделаешь? Ой, девочки, а я знаю. Отражение звезды из волшебного колодца само взлетает на небо и становится новой звездой. Ой, говорила же вам, это выдумки. Нам в этом колодце ловить нечего. Получилось! Она небо не улетела. Нужно ее поймать. Бежим! Стой, звездочка, мы тебя не обидим! Ура! Улетела! А мне кажется, она привела нас к новому заданию. Да, точно! Новое задание для нас! Зажечь недостающее созвездие! Вот-вот, смотрите! Созвездия нарисованы на камне, но какого-то не хватает. Так, северный маяк на месте, гномик тоже. А, не хватает мышки в норе! Вот здесь. Ура! А что дальше? Нос забыли! Созвездие называется «Мышка в норке», потому что у него посередине маленькая звездочка. Это ее носик. Ваше светлейшество, не могли бы вы, пожалуйста, сесть вот сюда? Ура! Третье задание появилось! Смелее заходи в пещеру. Даже в темноте звезды приведут тебя к цели. Держи курс на созвездие великана. Ну, все понятно. Пошли! Мы на темноту не договаривались. Девочки, нам нужно идти на созвездие великана. А по-моему, напротив входа было созвездие мотылька. Соня, молодец!
Потом идут ковер-самолет и северный маяк. О, совсем светло стало! Соня, давай дальше! За ними колпак волшебника, большой дракон, малый дракон и великан. Нам туда. Ты уверена? Ковер-самолет, северный маяк, колпак волшебника, большой дракон, малый дракон, великан. Уверена! Бежим! Вот это я понимаю! Реальные приключения! А кто выдает глобусы? Глобус выдаю я. Здравствуйте. Приятно познакомиться. А вы кто? Я великий звездочет. Великан. Так это из-за вас тут такая трясучка была? Извините, если напугал вас. Соня, исполняю твое желание. Держи. Следи за ночным небом, зажигай на глобусе новые звезды, протирай старые, чтобы светили ярче, и задувай потуже. Но произошла какая-то путаница. Я искала глобус, чтобы он помог мне, а тут получается наоборот. Но я ведь совсем никудышный звездочет. В диктантах ошибаюсь. А что, если я не справлюсь? Ха-ха-ха-ха. Ошибки делают даже самые лучшие звездочеты. Потому-то я и создал этот глобус. Ты будешь сверяться с ним, перестанешь бояться ошибок и обязательно станешь отличным звездочетом. Соня, у тебя уже очень хорошо получается. Это же ты придумала пойти к колодцу. И про мышкин нос вспомнила. А в пещере так вообще кучу созвездий навспоминала. Да? Спасибо вам большое, уважаемый великий звездочет. Обещаю очень внимательно следить за звездами. Великий звездочет, помню, конечно. Учились вместе. Большой специалист по небосводу, но всегда витал в облаках. Говорил, оттуда удобнее звезды считать. Кощей Кощеич, сегодня отражение из колодца стало новой звездой. Нужно же добавить ее на глобус. Но как же ее назвать? Тут трудно ошибиться. Поскольку сегодня твой звездный час, Соня, то, конечно же, новую звезду надо назвать... Царевна Софья! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Добрые дела. Спасибо, что помогли мне сон траву полить. Всегда рады дождем поработать. Соня, ты блестящий садовод. У тебя даже трава и та блестит. А у сон травы всегда такие золотые ягоды? Это не ягоды, это осколки золотой кометы. Я читала про них в книге Большого звездочета. Вы нашли по осколку, значит, если до заката солнца вы сделаете по доброму делу, ваши осколки полетят на небо и станут золотыми звездочками. Золотыми звездочками? Тогда мы с Аленкой сделаем такое огромное-преогромное доброе дело, что наши осколки станут самыми яркими звездами на небе и будут называться «Неотразимая Варя» и «Северная Аленка». Нам нужна сова. Вот кто знает все новости Дивногорья. Она и подскажет, кому нужны наши добрые дела. На помощь! О, это просто катастрофа. Все пирожки с капризикой лопнули. Оказывается, капризика совсем не любит выпекаться. О, и как мне теперь везде успеть? Ну просто все из крыльев валятся. Не переживайте, мы вам поможем. Вот тебе и доброе дело. Мне кажется, мои тарелки недостаточно большое доброе дело. На, возьми побольше. Да нет, как ты не понимаешь? Чтобы наши звезды светили ярче всех, надо совершить что-то не просто значительное, а грандиозное. А тут? Тут пора заканчивать. Давай поскорее. Где-то должны быть по-настоящему великие добрые дела. У вас все в порядке? Никто не уменьшался? В зеркало не попадал? Пряники не оживали? Нет. У вас дерево не шатается? А волшебство под контролем? Перчатки рыцарские не пробегали? Нет.
смотри! А? Экстренное беличье собрание! Неужели что-то случилось? Конечно! Кто-то заколдовал лес! А мы его спасем! Что и будет добрым делом международного класса! Сдавайся, гадкий, хитрый! Орех? Это же просто великанские орехи! Да тут на всех дивногорских белок хватит! И еще соседским останется! Если мы, конечно, поможем им катить орехи! В Дивногорье каждый день что-то приключается. А сегодня только уборка да перекатывание орехов. Вот что значит не везет. С такими обыкновенными добрыми делами наши звезды только в телескоп можно будет разглядеть. Даже Яга сегодня никакую пакость не задумала. Или задумала? Давай проверим. Надеюсь, у Яги есть на сегодня план безобразий. Только бы позлее, попротивнее. Ага! Яга кого-то заколдовала. Спасибо, бабушка. А вдруг самого лешего? Уж я надеюсь. Чувствую, впереди грандиозное доброе дело. Сейчас мы его спасем. За мной! О, вот то, что надо. Чем упрямее кусты, тем ярче будут наши звезды. И еще чуть-чуть. Почти готово. А! Ой, здравствуйте. А где же леший? Тьфу, а я что? Его секретарь, что ли? Леший его знает, где леший. Так значит, никого спасать не надо? Как это спасать не надо? Меня! Меня надо! Как я одна справлюсь с этими жуткими колючими растениями? Их никакое заклинание не берет. Растут, где хотят. Уже весь сад мне испортили. О, если б кто-нибудь помог бедной старушке их повыдергивать, это было бы величайшее доброе дело. Поможете мне? Ага. Вы что вытворяете? А? Я эти сырники весь год растила. Розы нужно выдирать. Розы! Что? Да, это они мне весь сырниковый сад испортили. А? И давайте там поживее. А то вон уже солнце садится. Солнце садится? Мы не успели. За весь день ни одного серьезного доброго дела. Варя, смотри! Ого! Судя по всему, сегодня был день добрых дел. Причем дел было много. Кто-то очень хорошо потрудился. Так мы ничего особенного не делали. Посуду на кухне помыли. Орехи белкам перетащили. Да, еще садик пропололи Еге. Ничего особенного? Смотрите, пока вы работали на кухне, сова помогла мне отыскать в картотеке ценнейшую старинную инструкцию, которую совет волшебников считал давно пропавшей. И благодаря тому, что все белки отлично подкрепились великанскими орехами, Беличий экспресс мчался со всех ног и уже доставил инструкцию всем волшебникам. По ней волшебники создадут новые полезные заклинания. Мы помогли волшебному совету? Избушки! Бездельница этой! Лапа у нее, видишь ли, разболелась. Короче, я из сорняков, что вы пропололи, мазь целебную сделала. А это вам от меня. Я такие все равно не люблю. Цвет мне не нравится. Вот видите, даже самое маленькое доброе дело может принести очень много пользы. А про тех, кто делает много добрых дел, говорят, что у них... Золотое сердце! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Грёза 3. Сюда, сюда! Грёза 3. Самая лучшая игра в волшебном мире. Мне её братья из 350-го царства прислали. У них там последняя версия. Что?
Какая береза? Кого привезли? Греза 3. Почувствуй себя великой волшебницей прямо сейчас. Завтра почувствуешь. Сегодня спать пора. Спасти принца из заколдованного замка. Круто! Первый уровень. Коридор веселого шута. Повеселимся? У тебя прекрасно получается. Ты великая волшебница! Варя! Перестань! Пожалуйста, потише! Варя, все уже на завтраке. Варя, пора вставать. Сова приготовила фруктовый бонусный пудинг. Бонусный уровень! Погоди, у меня тут свои фрукты на бонусном уровне. Ты такая ловкая! Вот тебе, глупая паутина! Думала меня путать! Получай от великой волшебницы! А, это просто игра! Варь, давай с нами! Даша нашла в библиотеке древний свиток с заклинанием тройного защитного поля! Бежим, попробуем! У меня тут защита еще прочнее! Прекрасная защитная паутина древнего зала тебе нипочем! Ты великая волшебница! Получается, что так! Давай же скорее следующий уровень! Отличный прыжок, великая волшебница! Даже великим волшебницам нужно иногда обедать. Для поддержания величия. Ты уже второй день пропадаешь в своей игре. Варя, ты куда пропала? Я в игре! А ну, вылезай оттуда сейчас же! Я не знаю как! Вороны сторожевой башни! Мне самой не пошевелиться! Жми стрелку вверх, а теперь вниз! Вверх, вниз, вниз, вверх! Варя, ты в порядке? В порядке. А вот с игрой, похоже, что-то не так. Надо позвать Кощея, пока больше никто не попал в эту странную игру. Или не вылез из нее. Сторожевой ворон! Он сторожит игру! Нет, отдай! Тогда обыграем его вместе. Второй игрок подключился. Коридор веселого шута с первого уровня. Если плитка засветится, тут же прыгай на другую, чтобы не свалиться в глубокую пропасть. Чур, я так не играю. Да тут все просто. Раз, два, прыгаем. Я вчера этот уровень с первого раза прошла. Варя, это уже не игрушки. Ты не видишь, что тут все по-настоящему. Варя, ты же говорила, что тут все просто. Это я не выспалась. Когда всю ночь играешь, трудно выспаться. Паутина! Мы на следующем уровне! Нужно пробежать через нее, прикрывшись защитным полем. Я так уже делала. Там все просто. Правда, только в игре. Так, повторяй за мной. Раз защита, два защита, три защита за щитом. Ага. Раз защита, два защита, три защита. Что потом? Ой, глупая паутина! И как ее порвать? Тут нужен комбо-прием. Хотя у нас и кнопок-то нету. Пора заканчивать эти игры. Варя, мы прорвались! Королевский турбоковер на алхимических двигателях. С бонусного. На нем нужно отбирать у воронов монеты. Отберем сразу всю игру. Понимаю приключения. Покруче, чем в игре. Я и сам когда-то играл. Еще в грезу один. Вороны меня боялись. А у вас тут треснула перегородка между мирами. Вот из игры посыпалось все подряд. Можете играть, только не забывайте об уроках. И об обиде. Греза 3.
почувствуй себя великой волшебницей. Я уже почувствовала. Но в итоге без Даши не прошла бы ни одного испытания. Так что я пойду лучше потренирую защитное поле. Я ведь хочу стать великой волшебницей по-настоящему, без грез. Греза один. Почувствуй себя великим волшебником. Привет! Мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Лесная прогулка. Сначала покажем им гнездовье синего ворона. Вот они удивятся. И угостим их самой сладкой малиной. Ага, облизывая пальцы, они не заметят, как окажутся на светлячковой полянке. А там выступление Василисы с большим лягушачьим хором. Надеюсь, вам понравится. Такое не может не понравиться. А то в школе они уже везде побывали. Причем по 10 раз. Осталось только проверить весь маршрут. Хочешь сливишня с ненавязчивой капризикой? Представляю вашему вниманию гнездовье синего ворона. А ворон, кажется, переехал. И гнездо с собой прихватил. Он еще и дерево прихватил. А ну, вернись! Ну и как тут гулять, когда деревья туда-сюда бегают? Странные следы для дерева. Корнями такие не оставить. Может, эти следы яга оставила? Что? У меня ножки маленькие и изящные. А ворон я вашего не брала. У меня сегодня выходной. Смотрите! Что там? Куст с малиной убегает. Куда вы понесли нашу малину? Нам ее еще мальчикам показывать. Ой. Кто бы это ни был, он явно разбирается в волшебстве и знает лучшие уголки нашего леса. Если так будет продолжаться, нам нечего будет показать Ливану и Васко. Значит, надо действовать. Соня и Василиса бегут спасать светлячковую полянку, а мы с Варей и Аленкой пруд. Светлячки улетели со скоростью света. Зато следы остались. Что ж это за ноги такие корявые? Руки, ноги, корневища? Ты в лесу его не сыщешь. Я знаю, кто это. Кто же это? Кто бы это ни был, пруд мы ему не отдадим. Царевны, вперед! Ветки прочь от нашего пруда! Болото. Хлюпаем назад. Какой скользкий тип. Ничего, мы тоже умеем скользить. Варя, огненный шар. Аленка, ледяная молния. Стойте! Это лесной дух. Он же леший, защитник деревьев и зверей. С ним все опытные лесоводы дружат. Он всегда пользу лесу приносит. Стойте здесь, а я с ним поговорю. Только не подходи близко. А вдруг он ее съест? Здравствуй, друг наш, дух лесной. С нами ты, а мы с тобой. Дочь лесоводья? Василиса Дубравовна. Ну, допустим. Только почему Дубравовна? Ты со своими друзьями так видишь лесу? Вообще-то мы его спасали. От вас. От меня? Уж точно мы лесу не вредили. Костры не разводили, листву не сжигали. А это разве не ваше? Сливишневая с капризикой. Это и правда мы намусорили. Но неужели маленькие обертки могли навредить огромному лесу? По-моему, вы хотели прийти на экскурсию. Ну что ж, приходите, и я вам все расскажу. В лесу все живое связано между собой. Синий ворон любит спелую малину,
А малине нужна чистая вода из ручья. Светлячки любят сырые места у ручейка. А ручеек вытекает из пруда. И если в него попадет обертка от конфеты, даже если это самая вкусная конфета на свете, ручеек может пересохнуть. И тогда светлячки начнут тускнеть, малина высохнет, и ворону тоже будет нечего есть. Поэтому-то я и перенес ворона к другому кусту. Малину к ручейку, а светлячков ближе к воде. Ну что, теперь вы все поняли? Да, да! Мы никогда больше не будем мусорить в лесу! Хорошо. А теперь у нас концерт. С удовольствием послушаю его вместе с вами. За рекою на опушке собрались вместе все подружки и грохот белый, салют яркий, хоть мы царевны, но хулиганки, и если спорить, то как в фильмах ругаться сильно. Спасибо вам за концерт. Сообщите, когда будет следующий. И пока меня нет, пожалуйста, берегите лес. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Наша Даша. Ух ты, что это за мелькающая птица? Это ворон-исчезун, загадка волшебной природы. Раньше он так близко не подлетал, так что главное теперь не шуметь. Сдавайся, чудище! Тебе от героя не уйти! Вы не могли бы совершать свои подвиги подальше от моих наблюдений? От этого зависит судьба важнейшего исследования. Даша, давай с нами! Чур, я с вами. И мы! Ну вот, из-за вас мое исследование улетело. Зато почта прилетела! Ой, Даш, а что там? Приглашение в особую школу для волшебников с выдающейся успеваемостью. Но ты ведь от нас не уедешь? Уеду, и никто больше не будет отвлекать меня от науки. Метла, явись, не запылись, сама в избушке приберись. И это не работает. Какое же там было заклинание? Давненько я им не пользовалась. Ну, не грусти, милая. Есть у Кощея одна книга по домоводству. Там для любой уборки заклинания найдутся. Мы тебя, ух, как приберем. А заодно узнаю, чего они там на уроках изучают. Только сначала надо как-то в школу попасть. Чисто внешне-то я не совсем царевна. Но могу ей стать. Чудо варево густое, замени одним другое. Я царевна, ты яга. Поменялись и пока. Что со мной? Это проделки Яги. Меня ж теперь в школу не пустят. Даша, ты что, правда от нас уедешь? Уеду? Вот еще, я ж тут недавно. В смысле, надолго? Добрый день, дорогие ученики. Тема сегодняшнего урока – разворотное заклинание. Потребуется два добровольца. Кощей Кощеич, можно мне развернуться? И мне. Отворот, поворот. Ну, кто может повторить? Отворот? Поворот! Подруги так не поступают! Осторожнее, Даша! Смотрите, яга! Что это она задумала? Сейчас я с этой злодейкой разберусь. Отворот, поворот!
Отличное усвоение материала. Видала, как я ее? Отворот, поворот. Отворот, поворот. Отворот, поворот. Сегодня мы успешно отразили несколько попыток Еги проникнуть в нашу школу. Так что прошу вас, Арчи, постойте этой ночью в дозоре. Слушай, а тебя в этом тысячелетии прибирали? Есть предложение. Я тебя приберу, а ты мне кое в чем поможешь. Спасибо, избушечка, мы в расчете. В школу я пробралась. Теперь надо найти книгу антизаклинаний. Вот она. Так, не то, не то. А, злые чары кыш долой, возвращаю облик свой. Злые чары кыш долой, возвращаю облик свой. Ура! Все получилось! Мне бы пару заклинаний найти от загрязнения помещений. И чего тебе в лесу не сиделось? В лесу волшебству не учат! Что тут происходит? Это все Ига! Она в меня превратилась! Я настоящая Даша, я знаю, что сегодня на уроке была, а она нет! И что же там было? Отворотное заклинание. Превращаться в моих учениц — это уже слишком. Придется отправить тебя в такое место, откуда ты не сможешь мешать учебному процессу. На Луну! Сдавайся! Кто бы ты ни был. А я-то думала, чего это Дашу как будто подменили. А ну, признавайтесь, кто тут из вас настоящая? Ай! Василиса! Ай! Держись! Держись! Не думала, что на Луне растут деревья. Даш, ты уж извини, что мы твоим исследованиям мешали. Но как ты узнала, что я настоящая? Только наша Даша бросится спасать подругу. Вы тоже на Луну прилетели? Это не Луна, это наш лес. Я просто Егу припугнуть хотел. Кстати, насчет Еги. Отворот, поворот. А на Луне-то и ничего. Останусь пока здесь. Даша, это же твое приглашение в особую школу. Наша школа и есть самая особая. Ведь в ней лучшие друзья и самые хорошие учителя. Привет, мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Секрет школы. Волшебные здания бывают самыми разными, но в каждом обязательно есть какой-нибудь секрет. Это может быть портал в шкафу или, например, в трубе. А может быть и тайная комната. Так, сейчас я попробую это нарисовать. Баско пишет, вот, что видите? В их школе тоже была секретная комната. Ух ты! Подготовить доклад о волшебном здании. На этом урок окончен. А вы не забыли одно из главных правил нашей школы? Наведи порядок и будь свободен. Эта научная литература поможет нам с докладом. Тысяча и один лабиринт, тайные комнаты и их обитатели, что таит подвал. Давайте нашу школу исследуем.
В ней обязательно должны быть какие-нибудь волшебные секреты, как в школе мальчиков. У нас была тайная комната с Минотавром. С Минотавром? Ну да, это наш директор. Он в ней домашку проверял. А помнишь чердак, где рок-группа призраков репетировала? Призрак, призрак, улетай. Вот видите? Значит, и здесь должно быть полно тайн. Сделаем доклад про школу Дивногорья. Кто со мной? Я. Секреты на то и секреты. Можно на них все время потратить. И так ничего и не найти. А мы все равно попробуем. Где будем искать? Где школы обычно прячут свои загадки? У нас комната Минотавра из библиотеки открывалась. Может, лучше в кафе? Заодно чаю попьем. Нужно искать в коридоре. Там всегда такой сквозняк, аж дрожь пробирает. Вдруг это из волшебной комнаты дует. Разобьемся на пары и осмотрим сразу все. Наша комната Минотавра открывалась, если потянуть за нужную книжку. А какая из них нужная? Ну, у нас она была на самой верхней полке. О, вот, все нормально, все в порядке. Ну вот, похоже, здесь нет никакого портала. В сказках волшебные существа забираются в дома через камин. Может, и в нашей трубе какой-нибудь портал есть? И там может прятаться какое-нибудь опасное существо. Ой! Не бойся, я тебя защищу. Да я и не боюсь, это я от неожиданности. Эй, кто там еще остался? Выходи. Портала нет, все чисто. Ага, чище некуда. Похоже, секретных комнат здесь нет. Пойдем лучше в классе поищем. Ой. Что это такое? Как нам отсюда выбраться? Сейчас, погоди. Не понимаю. Невидимых стен тут точно раньше не было. Давай попробуем ее расколдовать. Преграда, рухни предо мной. Пусти меня скорей домой. Ну-ка я попробую. Капкан, ловушка, западня, скорее выпусти меня! О, осторожней, невидимая стена! Что это такое? Кто это все картины со стен поснимал? Да мы тут, понимаешь, секретный ход искали. Варя, Даша нас не видит. Зато картину видит. А? Летающая картина! А ну, брысь! Готово. Даша, это мы, Варя и Соня. Мы застряли в коридоре и не можем выйти. Помоги. И тут беспорядок. Что же они все натворили? Да ладно, ты чего? Мы как раз собирались навести здесь порядок. Варя и Соня стали невидимыми. Но почему? Васка, нас она тоже не видит. Здесь должна быть книга, которая поможет мне во всем разобраться. Ой, кто это? Аленка? Васка? Я ищу историю школы Дивногорья. В ней обязательно должна быть подсказка, как вас расколдовать. Давайте искать вместе. Вот она! Раздел «Волшебные особенности». Ага. Школа всеми силами помогает учебе. И все? И как это нам поможет? Аленка? Васка? Ты нас видишь! Ура! И мы больше не заперты в библиотеке. Вот что значит правило школы, о котором говорил профессор. Наведи порядок и будь свободен! Выяснили, что если кто-то оставил большой беспорядок, школа не выпустит его из комнаты и сделает невидимым, чтобы никто не отвлекал его от уборки. Это и есть секрет вашей, то есть нашей школы. Только я не пойму, почему с нами раньше такого не случалось? Ну, раньше вы все-таки за порядком следили, а сегодня в погоне за секретами немного перестарались. Но за доклад всем пятерки. Молодцы, урок окончен. И, кстати, не забудьте собрать учебники.
какие смышленые ученики. Все схватывают на лету. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Полуночная магия. Новое заклинание? Пока не знаю. Сначала надо разобраться. Вот, смотрите. Гигантская карамелька. Скажешь тоже, карамелька. Это рамка для фотографий с морской прогулки. Ошибаетесь. Не рамка и не карамелька. Это драгоценный камень. Девочки, я просто немного разбираюсь в драгоценностях. Такая квадратная огранка называется принцесса. То есть, если по-простому, это заклинание для создания драгоценных камней. Похоже. Чур каждый по камню. Лично мне огромный. С тетрадку. Мне с кастрюлю. Самовар. Даш, давай скорее попробуем. Подождите. Это заклинание нужно прочитать в определенном месте и в нужное время. По-моему, прямо сейчас самое нужное время. Нет, читать нужно, когда сегодня превращается в завтра. И только там, где в стенах таится знание. Что это все значит? Место, где в стенах таится знание, это библиотека. А сегодня превращается в завтра ровно в полночь. А раньше никак? В полночь мы уже спать должны. Если только незаметно выбраться из комнаты. Незаметно для Арчи? Да он сразу увидит, что нас нет в кроватях, и Кощея доложит. Господин директор, Арчи тут показал мне кое-что. Призрачные шахматы. Арчи на день рождения подарили. Видите, какие красивые. И очень удобно, кстати. Фигуры ходят сами. Даже можно до них не дотрагиваться. А думают они тоже сами. Кстати, Арчи пора проверить девочек. Мы как раз успеем сыграть одну партию, а Арчи сразится с победителем. Так, что там у меня на Е2? Королевская пешка, господин директор. Ну так вперед. Что ж ты стоишь? Как надоел этот шум. Невозможно. Завтра голова целый день болеть будет. Сработало! Ура! Что-то я за Арчи волнуюсь. Твои копии не напугают его? Привидение нельзя напугать. Оно само всех пугает. Когда заветный час пробьет, теням ночным конец придет. Сиянием аметиста мы этот дом очистим. Какой красивый! Мне, пожалуйста, кусочек правой нижней части. Сон, ты чего? Мы что, пилить его будем? Да шучу, я шучу. Да мы бы и не смогли. Посмотрите, какой он твердый. На самом деле, камень только кажется прочным. Если случайно ударить его в слабое место, он моментально разобьется на мелкие части. Но говорю же, я немного разбираюсь в драгоценностях. Господин директор. Но это не я. Ну да, конечно. Через два хода я ел вашего ферзя. Профессор, клянусь бессмертием, я тут вообще... Что-то тут не так. Быстрее, профессор. И что мы будем с ним делать? Повесим в спальне и будем любоваться. О, а это что такое? Это призрачные шахматы. Арчи, помните, он нам показывал? Шахматы в камне. И не могут выбраться. Девочки, это заклинание используется, чтобы избавиться от привидений. Если по-простому, это ловушка для привидений? Хорошо, что мы отправили Арчи в лес, иначе... Арчи! Нет, улетай! Арчи, спасайся! Даша, быстрее останавливай камень! Я не знаю как... Василиса, я ищу слабое место! Вот оно, вот, нашла! Нужно что-то острое ударить!
Арчи! Ох, Арчи! Ради драгоценности мы чуть было не погубили Арчи. Хорошо, что мы вовремя разбили камень. Соня, ты молодец. Арчи, прости. Девочки, что вы здесь делаете посреди ночи? Ловушка для привидений. Понятно. Но когда мы принимали Арчи на работу, то вместе с вами уничтожили все копии этого заклинания. Или я что-то путаю? Нет, все верно. Но, видно, одна копия все же уцелела. Вы же знаете, как они пытаются ускользнуть. На этот раз не ускользнула. Ну, и кто же из вас его прочитал? Это все я, Кощей Кощеич. Нет, это не только Даша. Мы все вместе виноваты. Простите нас, пожалуйста. Ваша любознательность и стремление к экспериментам, конечно, похвальны. Но вы здорово напугали беднягу Арчи. А, значит, привидение напугать все-таки можно. Надеюсь, вы уяснили на будущее. В следующий раз не читайте незнакомых заклинаний. Мы сразу же покажем это вам, где бы вы ни находились. Ни в коем случае не будем пытаться. Прекрасно, прекрасно. Молодцы. Завтра мы с вами пролистаем все книги в библиотеке, чтобы убедиться, что нигде не осталось неучтенных заклинаний. Ну, Кощей Кощеич, завтра же суббота. Так это и хорошо. Именно поэтому вы сможете посвятить проверке весь день. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Философский вопрос. Спасите! Помогите! Выпустите нас отсюда! Ага, ну ничего. Решеточка сгодится. Стоп! Снято! Давай, показывай, что вышло. Помогите! Выпустите нас отсюда! Все, все! Ну ничего, убедительно. Ну ладно, выключай. Так, расписание школьных занятий. Ага, вот. Генератор волшебных заданий. Вторник, 12:45. А сегодня у нас... понедельник. Мы посадим девчонок за решетку, снимем фильм и пошлем его к Кощею. Пленницы умоляют о спасении! Кощей в ужасе! И тогда он сделает все, что я захочу! В конце концов, я достойна стать завучем в этой школе! В книгах вся мудрость поколений волшебников, а твои махания ногами – профанация! Мои махания – это концентрация и выброс чудодейственной энергии! Ха! Ой! Ну все, все, довольно! Ты ошибаешься! Нет, я права! Ну, девочки! Не надо спорить. Царевны, на самом деле, это древнейший философский вопрос. Что важнее, знание или концентрация волшебной энергии? Для настоящего волшебника знание. Это же очевидно. Очевидно. Тоска зеленая твоей книжки. Царевны. Извините, профессор. Итак, как раз по сегодняшнему уроку. Лабораторную работу с генератором волшебных заданий идут выполнять царевны... Варвара и Дарья. Прекрасная возможность для вас разрешить философский спор. Пожалуйста, идите к дубу, там я создам вход в тренировочную реальность. Вот и покажете, на что каждая из вас способна. О, только две царевны. За двух тон меня завучем не возьмет. Это максимум учитель химии. Ладно, нахимичу я вам. Ушел наконец-то. Эй, спишь что ли? Живо ко мне. Лапу давай. Шуби-дуби, липота. Меняй задание кота. Хорошие из нас хакеры, да? Портал, пошли. Что-то он странный какой-то. Проиграть боишься? Ой, ой. Мрачноватый мирок. Для испытания то, что надо. Ха! Ого! Разрешаю тебе выйти.
Да? И как выходить? Перелезать, что ли? Сейчас, сейчас. Ага, вот. Пряжите, вяжите. Ну, неплохо. Сломали мою решеточку. Погодите, вы у меня. Эй, березка-березка, я ромашка. Смотри эту запись. Профессор мог бы посложнее задание дать. Для меня это детский уровень. А для меня младенческий. Я не поняла. Ух ты. Вот это визуализация. Ега как настоящая. Я и есть настоящая. Ого, и разговаривает еще. Больно смелые стали. Даша, скорее читай заклинание. Что? Сказать ты ничего и не можешь? Ой, оно обратно прилипает. Никаких тебе этих вот... Сейчас вы у меня попляшете. Профессор, кто-то подменил мое учебное задание. Невозможно войти в учетную запись. Позвольте. Да, действительно. Опять козни Еги. Надо спасать царевен. Бежим! Девочки, из школы ни ногой. Так, приготовиться к съемке. Сейчас я их пугать буду. Эй, давайте, страдайте. Упрашивайте быстрее вас освободить. Ты про заклинание, что ли? Как же ты тогда сказала? Что-то там я же. А, пряжите можете? Пряжите и скрежете. Да что же их ничего не берет-то? Эй, вы! Пряжите, вяжите! Эй, избушка, стоп запись! Проклятый отличницей! Дашка, останавливай ее! Делай глубокий вдох и почувствуй энергию. Толкай эту энергию от себя. Не доучилась маленько. Не умеешь, не берись. Концентрируйся. Есть ты, твое намерение и твоя сила. Сделано. Уровень прошли. Даша, Варя. Мы здесь. С вами все в порядке? Профессор, что может с нами случиться? Мы же в симуляции реальности. Все просто здорово. И задание классное. И копия Бабы-Яги – блеск. Симуляция? Копия? Девочки, это все было по-настоящему. Да? Да. Ну, царевны, а как ваш философский вопрос? Решен. Мы поняли, что волшебнице нужны и книги, и сила. Теперь не пропущу ни одного занятия по волшебной физкультуре. А я заклинаниями займусь. Полезная штука. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Занимательная аэродинамика. Ой, подумаешь, пятно на полу. Все равно лучше прикрыть его. Ну хорошо, хорошо. И где же этот ковер? Где же? О, вот он! Какой-то он не маленький. Донесем? А ну-ка. Ой, да он легкий, оказывается. Все будет в полном порядке. Не беспокойтесь. Кощей Кощеич, нам пора. Доверяю вам школу, Марлен. Не подведите. Я директор. Кощей Кощеич мне доверяет. Расправляй. Вот так. Ага. Вот и не видно ничего. Зря волновались. Ой, какой хороший. Такой уютный. Просто сказка. Ой, девочки, что это? Соня! Куда? Ой, девочки, кажется, это ковер-самолет. Соня, стой! Помогите! Соня! Доброе утро. Я сегодня за главную. Как дела в школе? Марлен! Соня! Помогите! Бедная девочка. Где же она? Куда ее унесло? Так, за мной. Покажи нам Соню.
Ничего себе! Мы тут с ума сходим, а она смеется? Это нервная. Соня в порядке. Но ковер неизвестно куда улетел. Откуда вы вообще его взяли? Из кладовки. Даша, Аленка, остаетесь здесь. Сможете выяснить направление полета ковра? Попробуем. Сможем. Варя, Василиса, мы в кладовку. Искать инструкцию. Море! Варя! Не время для баловства. Вот, нашла! Назначение, технические характеристики, уход за изделием. Да не то! Вот, управление. Управление осуществляется голосовыми командами. Подробнее смотри. Указания на обороте ковра. Ох. Соня и ковер удаляются к югу. Только бы повезло, только бы повезло. С чем повезло? С направлением ветра. Чтобы ковер вернулся, нам нужен сильный южный ветер. Так, юг там. Василиса, откуда дует ветер? С севера. Все пропало. Соня удаляется от нас. Подождите, может быть, не все пропало? Смотрите, чему я вчера научилась. Я попробую сдвинуть облака и остановить северный ветер. Держи, держи, Аленка, держи! Аленка, держи! Сложно! Алена, может, получится вызвать южный ветер? Нет, видите, у меня не хватает сил. Аленка, знаешь, как на качелях кататься проще? Чтобы вперед качнуться, назад отклоняешься. Правильно! Сначала в одну сторону, потом в другую. Давай, все получится! Давай, 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 давай. Ветра 8 метров в секунду. Никого. Алена, увеличивай скорость. Ветер 20 метров в секунду. Смотрите, смотрите. Давай, давай, давай. Что? Не слышит. Читай на обороте ковра! Не слышу! Все равно не слышит. Читай на обороте ковра! Поняла, поняла! Спасибо! Чтобы взлететь, нужно сказать слово «сказка». Чтобы опуститься, хватит. Ой, Соня! Ура! Ура! Сегодня у нашей Аленки открылись новые способности. Идут! А вот и мы. С новыми учебниками. Прекрасно. О, я смотрю, вы тут уютно вели. Да. Хорошо. Вы так быстро вернулись. Вы знаете, профессор так управляет автомобилем. Просто сказка. Мяу. Да? Хватит! Ого, а вы, значит, ковер-самолет уже освоили. Да. Молодцы, хвалю. Кстати, а пятно под ковром легко отмывается живой водой. Привет, мы Царевны. Подписывайся на наш канал.